Всем привет от собаки Обожаки. Собака Обожака идет собирать грибы. Несколько дней подряд у нас были дожди. Сегодня мы с Бабакой видели семейство груздей и решили выйти поискать на нашем старом месте грибочки. В лесу никого нет. Вот будем искать, ходить. Пока что еще ничего не нашли. Странно, вообще-то сегодня здесь должно быть много людей, потому что выходной день. Ну что, Бака, ты нашла грибочки, нет? Давай ищи. Вынюхивай. Вынюхивай. Ну вот, всего-то за каких-то, я не знаю, полчаса мы насобирали полную корзину белых груздей. Вот смотрите сами. Вот корзина. Вот. Ну сколько, ну килограмма, наверное, уже 4 есть. Эту корзину мы сейчас отнесем в машину, потом пойдем дальше собирать. Дальше собирать. Но белые грузди — это... Не скажем так, что они самые благородные грибы. Для меня самые благородные грибы — это белые. Так вот, для меня самые благородные грибы — это белые. Белые, потом подберезовики и маховики. Вот маховики обожаю сильно. Грузди, да, грузди хорошие. О, бежит моя бабака, бежит моя бабака. В общем, выход на природу за грибами удался. А посмотрите, какой у нас тут вырос древесный гриб. Нет, это не трутовик. Вот он какой классный. Но его я собирать, естественно, не буду. Потому что, во-первых, я не знаю, как его готовить. Во-вторых, я не знаю, какой он на вкус. И в-третьих, какая категория. Ядовитый он или нормальный и съедобный. Корзину с груздями я уже убрал в машину. Начинаем собирать свинушки. Вот. Свинушка — это гриб третьей категории, нет, второй категории, вру. Его тоже можно есть, его тоже можно засаливать, его можно мариновать, его можно жарить. Но с одним условием. Свинушку сначала нужно как минимум 1 час отварить с луковицей. Если луковица сразу в начале варки становится темно-синяя до черноты, значит, гриб ядовитый. Или среди тех грибов, которые собирали, попался один ядовитый. Если луковица в конце варки становится серой, такого темновато-серого цвета, это нормально, это обычный цвет. Грибы съедобные, их можно есть. Говорю так, потому что уже сколько лет собираем грибы, и еще ни разу не было отравления. А вот это просто супер! Вот это просто супер! Вы посмотрите, какая прелесть! Чтобы вы поняли, какой у него размер, вот вам моя рука. Понятно? Это класс! Это просто класс! Это гриб, это класс! Вы его видите? Я его тоже вижу. Вот он какой хороший! Он какой хорошенький! Вот он какой хороший! Вот он! И выворачиваем его. Раз. И сняли. А, какой красавчик. Да, Бака? Красавчик? Красавчик. Вот счастливая бабака. Собака Обожака. Грибы-грузди. Вот здесь большие грузди. Средние грузди. Есть несколько свинушек. И вот такая вот корзинка с белыми груздями. Ну все, бабака. Поехали грибы жарить, мариновать? Бака. Поехали? Ну, поехали.